Вот это типа озерки. Рыбы не видно. Фу. Жужжащие всякие тут летающие, короче. Полная жесть. Бабочки. Жарко, однако. Куча мошки. Давай прям с первого заброса сразу же. Чтобы я сняла и успокоилась. Как там, здесь рыбы нет? Как кто говорит? Директор стадиона. Вот. Я поставила на тормоз. Вот. Правую. Правда. Ржавенький есть. Поводки были. Мы тут? Мы чего здесь? Такое? Тебе видно меня? А? Тут мелко. Конечно, мелко. Здесь рыбы нет. Такое ровное дно. Плохо экран видно. Отсвечивает. Я говорю, тут рыбы нет. Ну ладно, зато теплая. А там нет. Там трава. А там трава. Смотри, какая рыба большая. Ну, как бы вот такая вот печалька. Рыбы тут что-то не стало. Либо она просто не клюет. Поймала одну маленькую красноперку, короче, отпустила ее и все. Вот такая вот печаль, грусть, тоска. Карп большой, короче, плавает здесь. Но не ловится. Вредный карп. Вреден карп. А так хотя бы воздухом подышать. Для меня рыбалка это больше. Больше подышать воздухом и спортивный интерес. Мошек тут, конечно, море. И поплавок что-то не стоит. Да. Ну вот, как-то так.